В Элисте прошло первенство России по мини-футболу любительских команд Южного и Северокавказского федеральных округов. Мероприятие открыли с приветственных слов. Это первое масштабное мероприятие в регионе. Тем самым мы даем старт крупным спортивным состязаниям в Республике Калмыкия 2022 года. За это я хочу отдельно поблагодарить руководство региона Бату Сергеевича Касикова. И с помощью этой поддержки мы не спрятались за формальными признаками и проводим мероприятие. Рад видеть всех гостей футбольной команды на нашей калмыцкой земле. Я надеюсь, что вы подарите вместе с нашим Елисинским Ураланом, нашим любителям футбола, незабываемые эмоции, проявите все свои лучшие качества на паркете, подарите нам настоящий футбол. Турнир прошел на базе Айрат-арены. Участие в нем приняли 12 команд. Отметим, это матчи 4-го тура первой лиги сезона 2021-2022. В первый день калмыцкие футболисты сыграли с командой МФК «Калинина» и одержали победу со счетом 5-2. Голы забили Владислав Ларионов, Джергал Абеев, Далер Бадмаев и Санал Тельджинов. Во второй день «Уралан» выступил против команды «Спартак Донецк», где обыграл противника со счетом 5-0. Все 5 голов забил Эрдни Мархенов. Решающий матч «Уралан-Гвардеец» завершился с равным счетом 2-2. Больше месяца, наверное, к этому готовились, прорабатывали все нюансы, мелочи. И я думаю, у нас все получилось. По крайней мере, все довольны. И посмотрим, как все закончится теперь. Стоит отметить, турнир прошел в соблюдении всех эпидемиологических мер. Действовал масочный режим. При входе проверяли QR-коды, замеряли температуру.